Привет! Сегодня приготовим легендарный салат оливье. Это, наверное, самый распространенный салат на праздничном столе. И многие, в частности я, не представляют себе праздничный стол без этого салата. К тому же он очень прост в приготовлении. Ну и давайте приступим. Нам потребуется 400 грамм вареной колбасы, 3-4 отварных картофеля, 4 отварных яйца, 2 отварные моркови, 1 луковица, перья зеленого лука по вкусу, 3-4 маринованных или соленых огурца, 1 банка консервированного зеленого горошка, зелень по вкусу и майонез по вкусу. После того, как мы приготовили все ингредиенты, начинаем все нарезать кубиками. Размер кубиков по вкусу, нам нравится побольше, так вкус получается контрастнее. Нарезаем кубиками колбасу и пересыпаем в салатницу. Далее нарезаем отварной картофель. Затем яйца. Следом отварную морковь. Репчатый лук. Также нарезаем перья зеленого лука. Маринованные или соленые огурцы. Потом высыпаем банку консервированного зеленого горошка. Мелко нарезаем зелень по своему усмотрению, у меня укроп. И заправляем все майонезом по вкусу. Я использую майонез собственного приготовления, ссылку на рецепт оставлю в описании к видео. Далее салат необходимо хорошо перемешать и дать настояться в холодильнике минут 30. Все, салат оливье готов, можно подавать к столу. Если вы еще не делали салат оливье своими руками, обязательно приготовьте это простое праздничное блюдо. Вкус настоящего домашнего оливье никого не оставит равнодушным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, нравится ли вам салат оливье и отличается ли ваш рецепт салата от моего. Приятного аппетита, всем удачи и пока-пока!